Травмоопасные и никем не контролируемые детские площадки стали объектом внимания членов общественной палаты. В течение месяца на горячую линию общественников поступали обращения жителей. 25 обращений, 25 проблемных площадок. Хотя на деле их гораздо больше. Общественная палата Ивановской области начинает системный проект мониторинга детских площадок региона. В течение месяца у нас была открыта горячая линия, она продолжает работать. Мы принимаем сообщения и звонки от граждан и осуществляем мониторинг детских площадок. Мониторинг мы осуществляем с целью обеспечения безопасности наших детей, которые на этой площадках играют. В основном проблемы две. Или площадка опасна в силу своего технического состояния, или таково ее делают сами жители, превращая место для игр в бесплатную автостоянку. А паркуются на площадках постоянно, просто больше машину поставить некуда. Жители огораживают детские комплексы своими силами, ставят импровизированные заборы, вкапывают колеса, но зачастую это не является решением. Действительно, у многих людей, у машин, где у машины, у кого машины есть, дети есть. Поэтому они сразу забирают детей и отвозят. Конечно, надо бы где-то организовать платную, хотя бы платную стоянку. А вот у жителей 23-го и 22-го домов в 30-м микрорайоне нет проблемы с парковкой. Но есть другой повод для переживаний. По мнению местных жителей, проблема этой детской площадки не в разбитых металлоконструкциях, разрушенной песочнице, а в магазине, который находится рядом. Причем на сам магазин претензий нет. Претензий к покупателям, которые ежедневно, приобретая алкоголь и сигареты, оставляют окурки и бутылки на детской площадке. По вечерам сидят молодежь, пиво распивают, курят, ругаются матами. А утром вот вы выходите вообще с детьми-то можно здесь гулять? Как? Нет. Просто здесь такой хлам вообще. Бутылки, окурки и все прочее валяется. Верное решение видят в переносе этой детской площадки в другое место, подальше от киоска. Но неизвестно, кто этим будет заниматься. И в этом главная проблема. Детские игровые комплексы, по сути, не принадлежат никому, ни на чьем балансе не состоят. А раз их нет документально, значит, нет и ответственных за их состояние. Ситуация заключается в том, что большинство площадок не имеет хозяев, а соответственно, тем, что там происходит с нашими детьми, никто ни за что не отвечает. И вот эту проблему общественная палата и хотела бы решить. Отдавать все на откуп жителей было бы неправильно. Я полагаю, что должна быть выработана система ответственности тех людей, которые отвечают за здоровье и безопасность наших детей. Уже на следующей неделе общественники планируют встретиться с чиновниками городской администрации. Они намерены не искать виновных, а найти возможное решение наболевшей проблемы. Выработать нормативную базу, назначить ответственных, чтобы детство стало безопасным. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.